На Руси великой солнце величали, с ним весну и радость люди все встречали. Старики, старушки солнцу поклонялись, молодцы, молодки солнцу удивлялись. Уличные гуляния, театральное представление и мастер-классы развернулись в Центральном парке Звенигорода. Артисты молодежного музыкально-драматического театра «Крылья» и творческие коллективы округа переобулись в валенки и выступили на сцене с творческими номерами в рамках открытого фестиваля народного творчества «Валенок энд Лапоть». Мы пытаемся здесь, в городе Звенигород, рассказать детям и взрослым, как раньше веселились наши прадеды и деды. Хотя сегодня представлены не только программы традиционные, но и современные уличные гуляния, в том числе и уличные театры. Также гостей праздника ждала ярмарка мастеров ручного творчества, а еще они смогли стать участниками народных гуляний. Фестиваль по традиции проведут и в теплое время года, но название его уже будет соответствовать летней тематике – «Лапоть энд валенок». Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».